Работа на месте не стоит. Восстановление храма всех святых в Рыбинске идет полным ходом. Купол церкви, покрытый медью, уже украшен. Украшает золотая главка с крестом. Напомним, долгое время в этих стенах располагалась газовая служба. Здание полностью перестраивалось. В стенах прорубали двери, закладывали окна. За 2 года после того, как здание было передано церкви, храм практически полностью восстановили. Сделаны все основные работы – пол, потолок, окна. Все, как было задумано по проекту 100 лет назад. В ближайшее время строители приступят к косметическим работам. Положат гранитную плитку, отштукатурят и покрасят стены. Поставят новые двери с западной части храма. По окончанию всех этих морозных дней, сейчас просто нельзя делать по технологическим причинам, будем восстанавливать колокольню с западной стороны. Вот, уже проект есть, значит, все мы прикинули, значит, по материалам. Вот, надеемся, что, опять же, с Божьей помощью, с помощью людей добрых, благодетелей, благотворителей, благоукрасителей, к этим работам приступим. Ну, в марте приступим.